Музыка, танцы и веселые клоуны. Так лабинская молодежь отмечала день закрытия детских дворовых площадок. Десятки подростков собрались вместе в городском парке, чтобы снова поприветствовать друг друга. Ведь для большинства лето – это не только солнце и отдых, но и период, когда можно найти себе друзей. Чтобы продлить радость общения, Управление по делам молодежи и Центр досуга молодежи «Портал» организовало для ребят праздничное мероприятие. На лабинских дворовых площадках в течение лета отдохнуло более 3000 молодежи и подростков. Отдых специалисты Управления по делам молодежи и Центра досуга молодежи «Портал» старались организовать как можно интереснее отдых на площадках. Также помогали организовывать и проводить игры КВН, конкурсы, спортивные игровые программы. Наши ребята на спортивных площадках и на дворовых площадках достигли много спортивных успехов и побед. За каждое мероприятие и за каждую победу ребятам были вручены медали. Вечер открыли музыкальными номерами. После детвору поздравили представители района и городской администрации, пожелав хорошо провести остаток летних каникул, набраться сил для дальнейшей учебы. Все хорошее почему-то, к сожалению, быстро кончается. Не успели площадки начать свою работу, а сегодня настал день, когда, пройдя определенный этап отдыха, оздоровления, мы с вами на торжественном их закрытии. Но не надо унывать, впереди еще 2 недели каникул. Я надеюсь, что за время, проведенное на каникулах, вы окрепли, набрались сил. Сегодня мы в торжественной обстановке закрываем наши детские дворовые площадки. Ну, это и грустно, и одновременно торжественно. Впереди вас ждет новый учебный год, и мы надеемся, что в следующем году мы на торжественном открытии увидим такие же сияющие глаза. И я уверен, что наша лабинская молодежь самая веселая, самая здоровая, самая спортивная и самая танцевальная. Ждем вас всех, дорогие дети, летом 2014 года опять на летних дворовых площадках. Особую благодарность выразили всем, кто в течение лета готовил детям праздник, ежедневно придумывал конкурсы и соревнования. Самых веселых и предприимчивых руководителей детских площадок в этот день наградили грамотами и бурными аплодисментами. После официальной части началось самое интересное. Различные мероприятия, которые проводились в летнее время на детских площадках, проходили под эгидой «Олимпийское лето». Поэтому и закрытие площадок прошло с той же тематикой. Так городской парк на время превратился в парк «Олимпийский». Его разделили на тематические зоны. Здесь каждый мог найти себе занятия по душе. Одни развлекались на имитированной танцплощадке, другие же демонстрировали свои художественные навыки на асфальте. А в беседках проводили мастер-классы специалисты по боди-арту, разрисовывая всех желающих. Бесплатный сладкий пончик получал любой, кто покажет мастерство в умении петь. От желающих не было отбоя. Самых маленьких гостей развлекали клоуны. Дети отгадывали загадки, пели и танцевали. А с прохожими и гостями общалась шуточная съемочная группа. Эта веселая неугомонная парочка развлекала всех и поднимала настроение. Было много радости и, конечно же, сладких сюрпризов. Детям раздавали мороженое, конфеты и пончики. Праздник состоялся. И пусть немного грустно, что площадки закончили работу, но будет следующий год, а значит, снова лето, солнце, улыбки и новые знакомства. Карина Оганян, Георгий Сопов, телекомпания.